Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В Черкесске впервые стартовала всероссийская акция «Особенности национальной уборки». К ней присоединились более 1500 жителей и гостей республики. Для участников акции с песнями и танцами выступали заслуженные артисты республики, а спортивную разминку перед главной уборкой проводили чемпионы мира, именитые спортсмены. К мероприятию присоединилась и Майя Хамдохова. Солнечный круг, мусор вокруг. Несмотря на жаркую погоду, в Центральном парке Черкесска «Зеленый остров» в рамках акции «Особенности национальной уборки» собрались более 1500 людей ради общего дела во благо природе. Масштабный субботник с музыкой и танцами, вкусными перекусами, мастер-классами и традиционной разминкой перед главной уборкой парка сплотил людей независимо от возраста и рода занятий. Представители общественных, политических и национальных объединений, молодежь и образовательные организации города сделали все возможное, чтобы преобразить природу в чистое зеленое одеяние. Праздник начался с приветственного слова заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии Евгения Гордиенко. Он отметил важность таких акций для экологического благополучия всего региона. Поблагодарил организаторов от имени главы республики Рашида Тимрезова. На сегодняшний день экологическая обстановка, как в целом по стране, в частности в нашей республике, имеет очень важное значение. В силу того, что наш регион является туристически привлекательным, наша забота сохранить наш дом в том первозданном виде, в том виде, в котором наши гости, уехав отсюда, чтобы их сюда тянуло обратно. Субботник прошел как настоящий праздник. Культурные и развлекательные программы, мастер-классы по сортировке мусора, конкурсы, подарки, вкуснейшая традиционная кухня народов республики и, конечно же, непередаваемый колорит культуры многонациональной Карачаево-Черкесии. Участники субботника уверены, что проводить подобные акции нужно намного чаще, чтобы прививать горожанам, особенно подрастающему поколению, привычку убирать за собой мусор, беречь и защищать природу. Отличное мероприятие. Мы убирали сегодня Зеленый остров, пруд Зеленого острова. Очень важная акция, мне кажется, потому что, как говорят, чисто там, где не сорят. Все это вокруг, это для нас делается, мы убираем для себя. Мы же здесь и гуляем, в этом нет ничего такого, надел перчаточки и пошел. Всероссийский экологический марафон в Карачаево-Черкесии стартовал впервые. Главная цель – продемонстрировать экологическую ответственность, заботу об окружающей среде, любовь к природе, которая всегда находит отражение в культуре многонационального народа республики и страны. Всего в рамках акции «Особенности национальной уборки», которую инициировали партпроект «Чистая страна» и фонд «Компас», собрали 250 килограммов мусора и порядка 40 килограммов пластика. По словам организаторов мероприятия, поддерживать экологию в регионах Кавказа очень важно, так как основной поток отдыхающих из разных регионов страны направлен именно сюда, а совместными усилиями и командной работой можно внедрить привычку любить и беречь природу. Выходила на берег Катюша. Майя Хамдохова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.